Вот уже 5 лет музыкальный телеканал РУ-ТВ радует своих зрителей самыми актуальными русскоязычными клипами, самыми интересными новостями и самыми звездными мероприятиями. Сегодня, 28 февраля, телеканал с размахом празднует свой день рождения в Лепс-бар. Очень хочу пожелать, чтобы он процветал, чтобы замечательная атмосфера творилась там каждый день. Очень приятно всегда приходить на прямые эфиры и вообще всегда приходить в студию, потому что это замечательные люди, замечательный коллектив и, конечно же, самая-самая любимая музыка. Ну, это замечательный телеканал, который меня поддерживает, который я очень сильно люблю и который постоянно радует новой, клевой музыкой. РУ-ТВ, сегодня день рождения, поэтому мы приехали поздравить замечательный канал, поскольку нас на нем тоже крутят, насколько я понимаю. И тем более мы постоянно выступаем на их мероприятиях, когда они устраивают большие концерты, на День города, там, День молодежи. Да, мы всегда участвуем в этих концертах. Думаю, что на музыкальных каналах все-таки должны показывать видеоклип, а не только как там кто-то раздевается или еще что-то. Как вы считаете, есть ли будущее у русской музыки? Ну, вы... Как вы думаете, если я пою на российской эстраде, что я могу сказать? Конечно же, есть. Пришел, потому что мы очень давно дружим с РУ-ТВ, и поскольку они отмечают 5-летие, я считаю, что это тот праздник, на который не прийти просто, ну, нехорошо. Хочу пожелать отмечать 10-летие РУ-ТВ в Олимпийском. Какими судьбами вы здесь? Самыми прямыми судьбами. Как может быть иначе, когда такой прекрасный день рождения музыкального канала? РУ-ТВ, пожалуй, один из немногих каналов, которые крутят реально музыку. Выше и выше. Уже они практически номер один, на самом деле. Чтобы они держались так, их холдинг процветал больше и сильнее. Приятные люди работают в этом холдинге, на самом деле. Я с ними очень хорошо дружу. Все классно, все счастливы, здесь куча звезд. Я видела даже Преснякова, мне кажется, он поздравил лучше всех. Он кричал: «Поздравляю! РУ-ТВ! Обожаю вас!» Конечно же, я поздравляю вас с днем рождения, вы самые-самые лучшие. Поднимем бокалы за канал РУ-ТВ, если вы не против. Ура каналу! Классное, правильное музло в большинстве своем. И как бы люди, которые делают добро для других, потому что музыка поднимает настроение. Я вам хочу выразить большую благодарность от всех нас, артистов, за то, что в каждом уголке нашей страны теперь работает РУ-ТВ. Мы можем слушать хорошую, классную нашу отечественную музыку. Мне все очень нравится, но, к сожалению, я не могу полностью вот как-то предаться празднику. Я за рулем нового автомобиля. На дни рождения принято приходить с подарками. Может быть, вы что-нибудь подготовили? Слушай, ну я бы с удовольствием спел, но просто как так получилось, что артистов без меня очень много, и я думаю, что подарок в виде моей песни как бы уже, в общем-то, ну зачем? В следующий раз, поэтому... Это список артистов, которые сегодня будут выступать, 36 с плюсом. Каждый, кто сегодня сюда пришел, хочет поздравить, хочет пожелать самого приятного, ну, разумеется, пожелать самого приятного, как иначе, потому что им мы даем ротацию на канале РУ-ТВ. Они, разумеется, повышают свой рейтинг корпоративы, там уже не 3000 евро, а 3,5.
отличное, хорошее настроение. Я всегда прям утром просыпаюсь, сразу первое, что делаю, это включаю РУ-ТВ. Мы с ними работаем, мы их уважаем, любим. И любви, новых открытий, новых звезд, новых потрясающих клипов. Побыть в эфире и показать, скажем, возможности своего творчества. Так сказать, чтобы душа пела, обязательно нужна русская музыка. Вот поэтому, пока будут телеканалы, пока будет этот бизнес, пока будут артисты, я думаю, все будет нормально.